Ты задаешься вопросом, где я и почему тут так влажно и приятно. Все нормально, ты на моем канале, здесь всегда тебе рады. Вообще ты такой классный, вот реально, тупо мальчик мечты. Собственно, когда процесс вылизывания жопы уже закончен, да, я не буду юлить. Это что, реклама? И что? Да, это реклама. Я что, как человек стал хуже? Ну да, немного стал. В принципе, каждый рубль, который падает мне в карман, делает мне чуть большей сукой. Но я рад, что делаю отдельный ролик не по ставкам, а по нормальному сервису. Хорошему комплексному инструменту, да. Типа юзать или нет, это ваш выбор. Лично мое мнение, всем нужно заинсталлировать эту приложуху. И не только потому, что мне заплатили, да, потенциал такой мощный, что думаю, уже смело можно вживлять чипы Сосиума с чата под кожу младенцам. Через пару лет мощность будет сопоставима мощности Скайнета. Для начала вам предстоит скачать и заинсталить сам инструмент. Нас приветствует очень дружелюбный интерфейс, да, явно спизженный или просто по стечению обстоятельств похожий на интерфейс Дискорда, но это не имеет значения, кто у кого что пиздит, что работает, то работает. Выглядит реально стильно и хорошо. Затем вам нужно придумать себе никнейм, у меня это будет ебаные волки. Только один, ебаный волк, одиночка. Далее вас приветствует звуковой помощник, так сказать. Очень приятный, кстати, реально хороший инструмент. Поможет вам все настроить, голосовые команды всякие прикольные. И очень сексуальный женский голос, я постоянно драчу. Каждый раз используйте HiMozChat, чтобы разбудить меня. И трахнуть, просто выебать. Скажите... Помимо того, что в MozChat'е можно общаться с людьми, и качество связи, кстати, достаточно неплохое и недурное, да? Сам по себе MozChat является агрегатором, в котором есть много разных плагинов и приложений. Самый основной, естественно, и хороший, это Skin Changer. Это самое важное, ну, для школьников и лично для меня. Собственно, запускаем и смотрим. Женщины. Всем нравятся женщины, это факт, бабы. Всем, кроме меня, мне нравятся молоденькие дотеры, им нравятся девочки, следовательно, чтобы ебать мальчиков, мне приходится ебать девочек, это пиздец. Типа каминг-аут невзначай ебанул, да? А как трахнуть девочку, чтобы трахнуть потом мальчика? Правильно, нужны крутые шмотки в Dota 2. Есть, конечно, и другие приложухи, но это действительно очень простая и удобная в использовании. Просто меняйте шмотки, одевайте, как вам нужно, да, и все. Король вечеринки, реально, тупо изи. Засмотрите, какой у меня некрофлок, реально, вот типа я бы сам трахнулся с чуваком, у которого такой некрофлок. Он, конечно, этого не увидит, видите визуалы только вы сами, но почему нет? И что, какая разница, вообще позеры, что ли? Если вы там стримите, да, хотите попозировать, ну поставьте себе скин и стримьте. Все и так будут видеть, как вы охуенном скине ждете для себя, для меня. Следующий плагин это хайлайтер, тупо сам бог прописал, реально. Вот каждому школьнику, типа, одну кнопку всего нажал, там запись сделал, скриншотец. Вроде неплохие, кстати говоря, там настройки кодинга видео идут, я так посмотрел. В любом случае можно поставить 1080-60 FPS. Более того, еще есть автоматическая запись крутых моментов, что реально достаточно неплохо. Вы даже, типа, ну, вы даже не выкупите, как вы сделаете что-то ебучее, а это уже попадет на пленку, и все, вы в суде даете показания. Это круто, это найс. Вот, следующая хорошая достаточно фишка, неплохая. В принципе, все, видите, да, здесь все фишки неплохие. Вы сами можете выбирать, они вам нужны или нет. Почему не скачать, я не понимаю, реально. Че меня заебывать-то сейчас, что, типа, ролик, блядь, дизлайк не ставьте, реально же нормальная приложуха, ебаный в рот. Все, по ранку можете подобрать, по КДА, по тотальному количеству матчей, как вы понимаете. Создаете команду, ищите тиммейта себе равного по рейтингу, играете в Dota 2, это чудно, это прекрасно. Почему нет? По скиллу подобрали себе. Кстати, сразу voice чат кидает. То есть вы все там говорите с хорошим достаточно качеством связи. Не с охуенным. Я искал с охуенным, искал с хорошим. На какой хуй мне открывать 20 разных приложений? Там Discord, потом мне нужно еще Skin Changer отдельный ставить. Если есть вот комплексное приложение. Неважно, насколько оно охуительное или хуевое. Оно работает, ёпта, оно работает, и все, оно выполняет свою функцию. Почему бы это не объединить? Реально молодцы, что они сделали эту приложуху. Ебать, я жопу лежу разрабом, заметили, да? Но я отрабатываю свои бабки. Вообще-то я молодец, когда надо и спину выгнуть могу, полаять могу, в цепи походить, типа, я нормальный человек, мне заплатили, я сделаю как надо. Кстати, когда создаете команду, очень удобно, можно написать дополнительные критерии, вот я написал, уметь сосать, уметь лежать, это все, что нужно, чтобы быть моим тиммейтом, реально, больше и не надо. Опять же, много серверов, есть русские, есть американские, есть там еще какие-то латинские, ну, неважно, короче, куча серверов, вы можете общаться с людьми, замечательно, достаточно приятная комьюнити, что очень хорошо, да, очень приятная комьюнити дотеров, кого пытаюсь наебать, ну, вот, возможно, это лучшие из худших уебков здесь собрались, и это уже достаточно, сами знаете. И последний плагин, он для Auto Chess, да, Ranked, вы можете подобрать себе соперника равного по скиллу, система это за вас сделает, и это очень хорошо, вот это вообще реально заебись, вообще я рад, что сделали вот эту хуйню, да, вот эти шахматы для доты, подняли ее популярность, она, может быть, благодаря этому говну еще проживет какие-то годы, привлечет себе там новую аудиторию, которая потом будет развивать там комьюнити, в любом случае хорошо, и прекрасно, что краски из переложуха, вот чтобы подобрать себе тиммейтера, только вот вражеского тиммейтера, соперникса, вот подобрать, да, вот равного, вот соперникса и раздавить его, как мышонокса. Ну и, собственно, у нас чата достаточно хорошие разработчики, вот я с ними там наладил связь, все заебок, это пиздеж, я с ними даже не общался, да, нет, я с ними говорил и даже отсосал одному из них, это факт, это правда, да. Короче, приятные ребята, поэтому вы можете сами предлагать свои новые плагины, связаться с ними, думаю, все отлично, если что-то прикольное придумаете, они это введут, почему нет, почему да. А ссылочка будет в описании, с вами был я, блять, я зазлень, хуй в рот попал, пиздец, постоянная хуйня, с вами был я, Зазлуз, да, ставьте лайк этому видео, ну просто, чтобы хотя бы уравнять дизлайки, которые наставят уёбки, если вот ты до сюда досмотрел, просто поставь лайк, я тебя целую, я тебя люблю, пошел нахуй.